Я подполковник Ермолаев Александр Алексеевич, 1959 года рождения. Был призван 22 сентября военкоматом для по мобилизации. Медкомиссию никакую не проходил, военно-врачебной комиссии не было. Врач сказал, что с моими болячками можно идти на войну. Сейчас находимся в прудбое. Сказали 2 недели подготовки, и за нами приедут покупатели для дальнейшего участия, возможно, в боевых действиях. Пока не точная информация. Ну вот как-то так. Хотя по указу президента и приказу министра обороны призыв по мобилизации осуществляется для подполковников, таких как я, до 55 лет, а мне 63 года. Спасибо за внимание.